Здравствуйте. Мне очень волнительно здесь стоять. Меня зовут Никита, и я прибыл с города Норильска. Я хочу вам кое-что рассказать о нем. По сути, город Норильск — это зимний город. Можно сказать, зимой это просто зимняя сказка. А когда приходит лето, это постапокалипсис, ребята. Везде мусор, разруха. И просто я вот хожу летом по городу, я осознаю то, что, блин, как бы говорят, все изменится, все отстроится, все будет зашибись. Ага, хрен там. Это говорили 20 лет назад. Да. И даже папа вот у меня работает на руднике. Он говорит вот: Никита, видишь вон те трубы, из которых дым валит? Да. Нам прислали, короче, фильтры на них. Будет, фильтроваться вот этот весь дым. Ну и сколько они у вас там стоят? Уже как 5 лет, ребята. Я просто сижу и думаю, а когда начнутся перемены? А никогда. Вот почему я, приехал сюда учиться? Почему я не остался в Норильске? Потому что там смысла никто нет. Никто там учиться не остается. Никто там не остается. Многие говорят, да, там зарплаты высокие, но... Нет. Там и цены на продукты, и на жилье, там все высокое. Я просто порой, знаете, смотрю на людей, которые работают дворниками, уборщиками, которые получают 10 тысяч. Ну, на 10 тысяч ты оплатишь квартиру, а потом где-то на 2-3 тысячи будешь потом жить. И как? Как? Хрен пойми. Сюда я приехал только потому, что здесь есть шанс хоть как-то выучиться. Там шанса нету. Там приходит дофига народа, бюджетные места закрыты, а платные стоят охрененных денег, ребята. Ладно. Но приехав сюда, я понял тоже еще одно. То, что тут тоже, по сути, дороги разломаты. Деревянные дома — это не дома, а рубли. Просто. То, что куда бы я ни приехал, везде разруха. Ничего не меняется. И не будет меняться. Так что... К черту эту политику! К черту Путина!